Ребят, ребят! Я валю от нее! Не догонишь, не догонишь. Так, ребят, ребят, куда, куда, куда бежать? Где она? У! Старуха! Вообще ослепла, я тут. Вадимка тут. Hello, my dear. Дочка, как же я за вами соскучилась. До сих пор не могу разобраться с этим айфоном. Знаешь, что за фигня такая? Ну, зеркальце, скажи. Хороший массаж сегодня. Нет. Чай мне, пожалуйста. Здесь сильно разберусь без тебя. Приветули лопатули, мои хорошенькие. Привет, мои сладкие друзья, мои мальчики и девочки. Ребят, нас ждет новый пранк. Новый пранк. И что я вижу? Эта училка идет прямо, прямо куда? Смотрите, ей завезли новое массажное кресло. А знаете для чего? Правильно, для массажа. Это же массажное кресло, ребят. Охренеть. Ой, я извиняюсь за мой французский. Вау, что это я нажал, ребят? Какая-то кнопочка. Может сюда руку засунуть? Или голову? Вообще-то опасная штука, ребят. Блин, какое крутое кресло. А это что, ребят? Фингерпринт. Ой, блин, фингерпринт. Отпечаток пальца. А зачем? Что здесь? О, это что, ребят? Фингерпринт паудер. О, вот эта штука мне, видать, и надо. Так. А ну-ка. О, ребят, 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 смотрите, что происходит. А вот эту писюлеточку я могу взять? О, я ее взял, ребят. Ой, блин, мести. Ребят, ребят, я валю от нее. Не догонишь, не догонишь. Так, ребят, ребят, куда, куда, куда бежать? Где она? О! Старуха, вообще ослепла, я тут, Вадимка тут, да-да-да. Так, ладно, ребят, лучше с ней не шутить. Так, кушать я не хочу, а зайду в подвальчик. В подвальчике обязательно что-то должно добыть. Так, это красная машина. Выглядит подозрительно, но мне кажется, я ее где-то видел. О, вот! Чё это такое? Это чё, мешок? Ребят, это мешок с цементом! Деть, а зачем? Зачем этот мешок? Непонятно, непонятно. Ладно. А что мне за цем... О, а может... Так, ребят, не совсем я понимаю, что мне делать надо. Ну давай. Опа! Дырочку! Блин, я цемент закинул в дырку в эту. Ёлки-палки, что это за массаж у нее такой выйдет-то? Стрёмненький. Ой, ребят, я не вижу ее. Где она? Она где-то, блин, реально она где-то здесь. Валим, валим, валим. О! Так, а теперь... А ну мне, если взять... О, ребят, эту ленту, которую я делал, отпечатки пальца, берем и... Прилаживаем отпечаточки. О! О! Так, ребят, надо ее подразнить, а то сейчас будет этот самый... Тебе массаж рано делать, потому что Вадик еще эксперимент не доделал. Ух, ребят, куда ты побежала? Бабуля! Бабуля Ягуля, ты где? Ах, бабушка, бабушка. О, вот она, ребят. Ой, мама, мама. Ух, ёлки-палки, зря я так, зря я так. Варик, Варик, не тормози. Главное, не тормозить, а сникерснуть. А что это, ребят? Опача! Это новый айфончик 13! А ну? Так я не зря, ребят, сделал эту штуку-дрюку. А что теперь? Релаксинг массаж. Мне надо выбрать что-то другое. Щитасу массаж. Релаксинг массаж, щитасу... Блин, я не знаю, пусть этот будет. Мод change. Блин. Ребят, я надеюсь, я то сделал, может... Реально это должен быть релакс. Она прям здесь! Мама! Ребят, 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 я убегаю. Все, все, мести. До свидос, бабулечка. Классный, классный массажер у тебя. Ну, да ладно, все. Я не хочу массажироваться, спасибо. Спасибо огромное за предложение. Но я лучше пойду, окей? До свидос, до свидос. Так, ребятки, кто еще лайкос не врубал? А ну бомбани-ка прям сейчас. Бомбани жирный лайк. Давайте посмотрим, что сейчас будет. Раз, два, три.
Ой, как же моё креселко соскучилось по моей попке. Сейчас будет супер крутой массажик. О, давай-давай меня кремчиком сбей мои косточки. Ой, ёпта, ой, что творится-то? Совсем сдурел, что ли? Я не понял, кто это сделал? Так, ребят, получился или нет? Нет, не получился, ребят. Надо релаксинг массаж. О май гош. Поэтому переигрываю. И начинай по новой все, да? Ребят, смотрите, нас ждут еще с вами очень много интересных уровней. Ладно, поехали. Давайте посмотрим вступление еще раз. Мне кажется, она реально говорила. Релакс, массаж, Вадик. Релакс. Так, ну, iPhone, понятно. Установлю себе я новое приложение, которое называется Релакс Массаж. Релакс, а то появились морщинки какие-то. Надо отрелаксироваться. Ага, ребят, вот тут-то я все и понял. Релакс ей нужен, релакс. Все, время не будем терять, друзья мои. А быстренько сделаем все по высшему разряду. Так, залетаем вот сюда, в эту спальню. Забираем вот эту штуку. Пепс. Куда она идет, ребят? Куда она идет? Ага, на кухню она пошла, ребятки. Все окей. Разрешаем себе забежать сюда. Сделать вот эту вот штучку-дрючку. Штучка-дрючка, штучка-дрючка. Так, ух-ох-ох-ох-ох, куда она идет? Ауф! Давай-давай, поаккуратнее, блин. А, она пошла на улицу, друзья мои. На улицу. Быстренько берем мешок с цементом. Все делаем молниеносно, друзья мои. Летим сюда, сюда, сюда. Засыпаем цементик. Ага, цементик засыпаем. Брык-брык-брык-брык-брык-брык-брык. Она идет, ребят, идет, идет. Так, валим-валим-валим на гелике. На каком гелике, Вадик? У тебя нет гелика, на велике. А, валим-валим-валим на велике. Опача. Рыц. Рыц-дыц, трибидибидыц. Есть контакт. Так, мои хорошие. Кстати, как у вас там, каникулы начались уже или нет? Или вас еще мучают вот такие вот скери-тичеры? У меня уже, слава богу, начались. Блин. И Вадюха на релаксе. Блин, облатно слово релакс. Ты понял? Ты понял? Релакс, массаж. Релакс. Надо и голую жопу было сфоткать. Блин, а чё? Не понял. Так я выбираю. Make team massage and bed experience. А что еще не так, ребят? Ребятки, так я же нажал. Считаю массажа. Select your massage. Выбираем. Все. Already done должно быть. Так, ребят, что-то не сработало. Я что-то забыл или что? Ё-моё, блин, как ты мне дорог. Где ты, старушенце? Догоняй давай. Так, ребят, оно летит со скоростью света, ёлки-палки. Ого. Так. Не понял, что здесь еще что-то нажать надо или что? Блин, куда я? Так, ладно, валим отсюда. Что-то не сработало. Мой план не сработал, друзья мои. Так, она, ребят, пока что там. Надо здесь, может, что нажать. А ну, Вадюха. Так. Ой. Ребят, клацаю, клацаю, ничего не клацается. Так, здесь мы уже цементик аж завалили. А ну. Чик-чик-чик-чик-чик. А чё оно не работает? Давай, давай, зажигай, зажигай, малыш, зажигай. Не понял. Массаж тайп. А чё оно не передало? Я чё, не включил Wi-Fi, ребят? Ёшкин дрын. Не могу понять. Так, бежим, ребят, бежим. Блин, дверь не закрылась.
Ладно, сейчас еще раз выберем. Bad experience. Ёлки-палки, ну не может же быть. Что-то мне не везет, да? Отпечаток пальца, что ли, не подошел? Select your massage. Mod already selected. Что это значит, ребят? Че он не этот самый? Message. Gallery. Камера. Ничего не нажимается, ёлкин. Оп. Оп. Ну, ребят, ну, если здесь больше нельзя ничего нажать, то значит... Значит, я прошел эту игру еще раньше. Ты прикинь, мне просто показалось, что это не конец игры. А это был конец. Да, ребят, реально. Ну ладно, давайте проверим. Возможно, что-то изменится. Но мне кажется, что уже ничего не изменить. Это... представляем. Так, щитосу, Саша, помассажируй. Вот так вот, вот так. Плечики, копчик, подбородочек. Ой, что-то не то. А, leave completed. Тюбаран. Ребят, это я сам виноват. Сам виновата. Я сама виновата, что вот так вот допустила такое. Короче, друзья мои. Thank you very much for subscribe my channel. Короче, увидимся. Все.